Здравствуйте, друзья! У нас сегодня очередная встреча в аэропорту Сан-Франциско. Вот я тут на эскалаторе таком, мягкой поступью, двигаюсь навстречу нашему новому встречаемому. На самом деле встречаемой, это девушка, ее зовут Катерина. Но мы сейчас посмотрим, вот она нам все о себе расскажет. Наш рейс, тот, что мы встречаем из Бостона, вот этот вот 109, но он прилетает реально раньше. Вот приземлился, говорят. Приземлился уже. Что, друзья, вот наша Катерина. Я извиняюсь, годиков сколько нам? 23. Маленькая, я знал, чувствовал, что маленькая еще. Откуда родом? С Казахстана, с города Петропавловск. Так, да, хорошо. Потом жила в Мэйне, возле города Портленд все время. И вот сейчас, наконец, приехала к Михаилу. То есть Портленд, который не наш, а который там, да, с ней? Да, в штате Мэйн. Хорошо, так а как вы в Америку попали? Грин-карта. Лотерейщица? Угу, с первого раза. Ну что ж, хорошо, подождите так. Вы же, наверное, тогда учились где-то в институте, да? Да, я училась в институте в Казахстане полтора года, но потом, когда грин-карту выиграла, так, я все оставила и переехала сюда. В Мэйн? Да. Так а чем вы там промышляли? Да ничем, работали где как, когда как, много где. То есть не было четкой специальности? Четкой особо не было. Как там в Мэйне-то? Хорошо, особенно летом, зимой не очень. Места курортные? Да, потому что сезонный штат, зимой холодно, но летом хорошо. Так, когда блог стали вести? Мне кажется, когда я только грин-карту выиграла, все начали на форуме говорим про US, так, спрашивать все, да-да-да. А потом, когда уже в Америку переехала, все родственники начали спрашивать, как дела, все, ну, думаю, так, покажу им. А потом как-то так потихоньку это... Да как, кто вы там на форуме, какая у вас... О, я уже давно не сижу, но там, по-моему, была, может быть, барабашка Кэти. Ну, барабашка? Это я, да. Это как-то, хорошо. Да, первый год посидела, так и все. Все, ладно. Катерина, отправляемся к мигрантовозу. То есть вы знаете наш процесс. Да. Все, так пошли к мигрантовозу. Друзья, шум вентилятора не заглушит того, что происходит здесь. Вот вы видите мигрантовоз. Вот вы видите Катюшу. И сейчас мы нажатием кнопки, вот этой кнопки, отправим Катюшу в новую жизнь. Вы все интерактивно можете участвовать. В тот момент, когда Катюша нажимает кнопку, в это время вы нажимаете кнопку «Лайк». Те из вас, кто уже нажал кнопку «Лайк» по хорошей, доброй традиции, значит, вы можете пока отжать, а потом нажать еще раз, чтобы как бы добавить вот именно в этот самый момент. Ну, давайте я сейчас заброшу, и мы перейдем к процедуре нажимания кнопки. Вы часто видели, как другие эту кнопочку нажимают? Да, я еще очень сильно мечтала об этом, так что наконец-то. Вы давно смотрите наш блог? Еще до переезда, лет 6. Лет 6. Это ветеран, друзья, это ветеран нашего канала. Значит, ну, обычно, когда нас больше, то мы в тот момент, когда дверка идет так на закрытие, мы в этот момент все ликуем. Но в данном случае мы будем с вами вдвоем ликовать. Да. Все, значит, давайте, приготовились. Начали! Все, ликуем! Ура! Давайте прыгайте! Вот, ура! Все, ликуем! Дверка закрылась, и мы отправляемся в новую жизнь. Вот, друзья, два чемодана. Все, что нажито за 4,5 года низкооплачиваемым трудом. Мы ее снимем через год. Да? И посмотрим, сколько будет чемоданов. Ладно, вот это жилище. Вот это жилище. Да, друзья, мы оставляем Катерину на попечение руммейтов и движемся обратно в офис. А вы к нам пойдете уже... Послезавтра. Послезавтра, 7 числа. Ну, заходите. Да. Все, ребятам привет. И кто лайк не поставил, имейте совесть. И поставьте. Да. Счастливо.